Как сменить управляющую компанию, перейти на прямые договоры с ресурсными компаниями и бороться с подделкой общедомовых протоколов? Эти и другие вопросы обсудили на форуме «Управдом» в Химках. На встречу пришли председатели и жители многоквартирных домов, представители управляющих организаций и администрации городского округа, а также сотрудники госжилинспекции Московской области. В Химках проводится один, один из самых лучших форумов. То есть у нас площадка открытая, она проводится в формате с 2018 года по инициативе нашего отделения, проводится именно в рамках круглого стола, не президиум и жители, а именно в рамках круглого стола, где все жители могут задать вопросы и подготовиться к какому-то своему докладу. В этом году у нас проходит большое количество программ, связанных с благоустройством дворовых территорий, с ремонтом дорог, губернаторская программа по детским площадкам и так далее. Большое количество у нас программ, которые мы с жителями обсуждаем в живом общении, понимаем, на что нам стоит обратить внимание в первую очередь. Также на повестке дня решение вопроса о начислении за общедомовые нужды по электроэнергии. По итогам встречи составили резолюцию. Форум проводят раз в 3 месяца. Принять участие в нем может каждый. Информацию можно получить на сайте Ассоциации председателей Совета многоквартирных домов Московской области.